Праздник высокого искусства в Тбилиси. Там открылся международный фестиваль балета, спектакли, встречи со звездами мировой величины, мастер-классы. Свои работы представят труппы из России, Украины, Италии и Кореи. На открытии фестиваля побывала Диана Ясириани. До начала премьерного спектакля считанные минуты. Зрители в зале и не подозревают, что до того, как поднимется занавес, на сцене продолжается репетиция. Танцовщики должны разогреться, как говорят на языке балета. Конечно же, за спиной десятки часов репетиции. Но сегодняшний день очень ответственный. У нас премьера, поэтому пользуемся каждой минутой. Я вспоминаю, как ходила на спектакли вместе с мамой, сидела в зале, а сейчас готовлюсь выйти на сцену. Идея проведения международного фестиваля в Тбилиси принадлежит приме Большого театра, руководителю балетной труппы Тбилисского театра оперы и балета Нино Ананиашвили. Мы стараемся не повторяться. Каждый раз ищем и создаем что-то новое, приглашаем гостей, знаменитых танцовщиков, показываем интересные спектакли. У нас и классика, и современные балетные композиции. Это очень важно доказать и показать, что балет тоже не стоит на месте. Фестиваль открылся одноактным балетом «Консерватория». Музыку написал датский композитор Хольгер Симон Пауле. На сцене тоже репетиция, правда, на этот раз срежиссированная и выверенная до секунды. Две главные героини приехали в Париж, поступили в хореографическую школу и разучивают движение под аккомпанемент скрипача. Вообще-то консерваторию ставят редко. Музыка очень интересная. Что касается либретто, то оно необычно тем, что на сцене идет процесс обучения танцу, который обычно проходит в классе. Что касается моих впечатлений, то очень волнующе открывать фестиваль. Фестиваль продлится до конца июня. В заключительном гала-концерте примут участие все гости. Сценарий балетного дивертисмента пока держат в секрете, чтобы преподнести зрителям сюрприз. Диана Усилиани, Бесоми Кокишвили, Мир-24. Балетный фестиваль завершит 167-й сезон в Тбилисском театре оперы и балета. Сама труппа отправится в европейское турне.